Ну що ж, а завершуючи цю годину, хочеться сказати, що у нашій студії вже є гість. З 17 грудня в Миколаєві проходить художня виставка «Життя фрілансера». І з цього приводу ми запросили художницю Олександру Рєпіна, яка зараз розкаже нам про цю виставку. Але ми бачимо, що є дзвіночок у студію зараз, і хтось хоче виграти квитки. Доброго ранку! Доброго! Як вас звати? Мене звати Олександр. Добре, Олександр, ви з самого ранку нас дивитесь? Ну... Да, можно сказать. Можно сказать. Ну, сейчас определим. Скажите, пожалуйста, а что мы делали, ну, пускай даже не с самого утра, а вот какой был мастер-класс, может быть, после 9 часов? Что мы делали в студии? Ну, мы делали новогодние, как бы, веночки из шишек. Из шишек, да. Да. Ну, ну, Александр, просто браво, я снимаю перед вами шляпу. Вы выиграли 2 билета на фильм специально для фанатов Гарри Поттера. Пожалуйста, оставайтесь на связи, потом оставьте свои контакты нашим коллегам, и мы обязательно с вами свяжемся. Спасибо большое. Да, и вам еще раз доброе утро и поздравляю. Ну що ж, а ми продовжуємо, і хочеться нагадати, що з нами Олександра Рєпіна, художниця, яка влаштувала виставку «Життя фрілансера». Доброе утро, Олександр. Здравствуйте. Хочеться одразу спросити, а в чому сенс цієї виставки? Знаєте, обычно у нас пейзажи, у нас портрет, а тут жизнь фрілансера. Фрілансера – така сучасна тема. Собственно говоря, хочеться послухати про цю виставку. Ну, смотрите, Сергей, на самом деле эта тема достаточно актуальна сейчас, и очень много молодежи, которые занимаются IT, которые в IT-секторе, веб-дизайнеры, архитекторы, да что говорить, даже музыканты, и те, они тоже фрилансеры, точно так же, как и фотографы. Почему такая тема пришла ко мне? Уже почти... 3 года я работаю в IT-студии Drizer, которая располагается в Одессе. Вот. И каждый день ребята меня очень вдохновляют. Я смотрю, как они творят за своими ноутбуками, за этими гаджетами. То есть вы IT-шник-дефис-художник? Ну, фактически, да, можно и так сказать. Сейчас я хочу, чтобы вы показали фотографии, где вы рисуете, соответственно, несколько фотографий ваших портретов. Вот прямо сейчас мы видим, вы в творческом процессе. Ну да, так именно мы рисуем обычные картины. Вот, а вот почему именно такая тема, мы разобрались, вот вы сами тоже айтишник, а вот можете рассказать вот про сами картины? Мы видим, сейчас девушка сидит возле окна, она о чем-то думает, смотрит на телефон. Какие еще будут работы представлены на выставке? Ну, что касаемо девушки, она, наверное, думает про новый стартап, вот, и все работы, которые есть, они... нарисованы с живых людей, с живых примеров. Там будет представлена картина, на которой ребята с IT-студии Тюбик, вот, вместе со своей собакой, в честь которой они и назвали, собственно, свою студию. Много людей, моих знакомых, друзей, которые работают со мной рядом. Ну, то есть, как бы, вот это мое вдохновение. Моя работа – это мое вдохновение для творчества. То есть на выставке будут представлены настоящие люди, правильно? Ваши друзья, да, ваши верно. Знакомые, а абсолютно незнакомые люди абсолютно тоже были? Абсолютно незнакомые люди тоже будут, но, как сказать, абсолютно незнакомые для кого? Для меня эти люди знакомы, потому что я наблюдаю за их работой, и они меня вдохновляют. Нет. А можно поинтересоваться, вот вы художник уже сколько лет? Потому что, может быть, ваши профессии шли параллельно, и художники эти, или вы в какой-то момент, период своей жизни решили, что вот хочется дать выход своему творчеству? Вот почему это произошло и когда? Ну, творчеством я занимаюсь уже достаточно давно, а если говорить именно о масляной живописи, я, наверное, ну, уже 5 лет так точно я пишу в мастихином, вот такие маленькие шпателёчки, вот, И все. Ну, 5 лет и все. Хорошо. А вот сама выставка, ну, я подозреваю, что это трудоемкий труд. И все-таки нужно уделить и внимание, и нужно подобрать работы правильно, и найти помещение. С этим вам уже помогли друзья и ваши коллеги, можно так сказать. А вот интересно, вот сколько на подготовку ушло времени на саму выставку?
Ну, к самой выставке я готовилась очень давно, так как это была моя мечта еще с самого детства. Правда? Да, правда. Я очень мечтала, когда была маленькая, что когда я вырасту, у меня будет выставка. Так что я уже выросла. И выставка моя состоится 17 числа. Так что я приглашаю всех, кто интересуется сферой IT и творчеством, посетить мою выставку по адресу Спасская, 67, в коворкинге. 17 числа со скольки до скольки? 14:00 у нас открытие, вот, и до 16:00 ждем всех гостей. А вот что касается масляной живописи, мне интересно, насколько, опять же, трудоемкий процесс в плане написания картины, сколько он занимает. От, скажем, идеи вот, до полной реализации, сколько времени уходит. Вот, хотелось бы поэтапно услышать, как вы работаете. Ну, бывает по-разному. Это в зависимости от вдохновения. Если я, допустим, вдохновилась чем-то очень сильно, вот увидела сюжет, который действительно достоин картины. Я сюжет, сразу... то есть живые люди, да? Да, конечно. Вот. Чаще всего я, конечно, пишу с фотографий, потому что не получается писать с натуры такие фрагменты жизни, да, которые представлены. Начинаю... И заканчиваю, наверное, где-то за 2 дня, может быть, одну картину. Ну, конечно, зависит от размера, потому что есть картины, которые где-то ну, до метра размером, и такие работы, конечно, пишутся по неделям. Ну, Александр, давайте напоследок напомним, что, где, когда. 17 числа, в субботу, в 14:00, где можно прийти и увидеть ваши картины? Коворкинг DevHub, Спасская... 67, 14:00. А я иногда еще знаю, была Александра Репина, художница, айтишница.